В Ошской, Таласской и Нарынской областях за сутки новых случаев коронавируса не зарегистрировано, а в Аше и Баткенской области по одному новому случаю. Всего же за сутки по стране выявлено 104 случая инфицирования ковидом. С начала пандемии в республике выявили 179 036 случаев. За прошедшие сутки умерли 2 пациента. Выздоровели 84. На стационарном лечении находится 451 пациент, на амбулаторном 690. Thank you.